Нахуя бич? Нет, нахуя бич? Плохое бич. 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 Плохой. Придешь еще? Конечно. Конечно. Еще придете? Обязательно. Понравилось. Спасибо. Вам? Очень. Тепло? Тепло, хорошо. Тепло не только от солнца? Люди хорошие собрались. Семейно. Друзья, ждем вас в субботу. Плохой бич. Плохой бич. Плохой бич. Плохой бич. Придете еще? Конечно. А вы? Да! Не так, продолжите такое. Да! Вас зовут, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наташа. Наташенька. Мы из Севастополя. Севастополь, знаем. География расширяется, да. Ясненько. Да, мы сегодня будем снимать, знакомить с тем, кто к нам пришел, кто присоединился. Вот, вот. Вот еще один эмигрант идет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Меня Дима зовут. Дима, первый раз на серф? Да. Первый. Как впечатление? Классно. Понравилось? Да. Придешь еще? Конечно. Как тебя зовут? Роман. Рома, ты откуда приехал в Америку? Севастополь. Севастополь. Привет. Чем занимаешься в Америке? Работаю. Приехали по грин-карте. Три месяца назад, через месяц нашел работу, как-то повезло. И сейчас отработаем, обустраиваемся здесь. Нравится? Нравится. Работа нравится, атмосфера нравится, город нравится, все очень здорово. Приветливые, дружелюбные люди. И вообще в целом все тут здорово. Позитивно, позитивно. Так, идем дальше. Кто у нас здесь? Привет! Привет! Представься, пожалуйста. Настя. Настенька, откуда ты? Удмуртия. Удмуртия. Это твои красавцы? Мои красавцы. О, что ты нашел? Машка. Он краба уже нашел. Держи краба. Вот они. Вон, да сколько вы наловили. Вот вы бригада ловцов-то, смотри. Там кто-то есть, по-моему. Они уже, походу, по скайпу. По скайпу, да. Бабушка Наташа? Бабушка Наташа, привет! Привет! Patience is key when you do this because I always jump up too early and you won't catch it in time. If you wait just a second longer than you think you're comfortable with and then jump up, you really want to be like, yeah, once, but you want to be back here a little bit more. Yeah, yeah. And you want to be really low. Your center of gravity is really low. So get like, get comfortable. You have to really put it your style. Конечно же, связанные с водой, начинается на суше, друзья, поэтому кто-то вот учится, кто-то уже катается. Учитель. Еще раз. Ужасный. Ужасный? А уже звучит как ушастый. Ужасный. Ужасный. Русский? Русская. 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 Учитель. Слушай, ты дашь мне интервью? Да. О, кул. Мы возьмем телефон, и я бы созвонился. Очень хотел бы сделать с тобой интервью. Yeah, это будет очень интересно. На канале очень, в основном все русские. Было бы очень интересно, как американец, какие слова, как это продается. В общем, было бы здорово.
Я веду репортажи, и у меня много различных интервью, и было бы здорово с тобой сделать. А what do you do? А я морской пехотинец. Он морской пехотинец. Мы с ним сделаем 2 интервью. Очень замечательный человек, он филантропист, он приносит все, можешь повернуться. Я все это уже сниму. 20 досок, он делает все вот это для людей, чтобы каждый человек может прийти позаниматься спортом, он отдает это все в общество. То есть, ты можешь сама понять, почему он это делает? Да, он сам по жизни очень был ранен, он прошел через такие стадии жизни, где он был hit the bottom. And здесь он понял, что океан — это его жизнь, это его дело счастливым, и оно хочет назад отдать. И хочет как можно больше людей в это втянуть, чтобы люди понимали, что чем больше даешь, тем больше ты получаешь назад. Спасибо. Спасибо, и огромное спасибо не только от нас, а от всех, кто к нему приходит, а за последние 2 недели пришло больше 20 человек, которые передают огромное спасибо. Мы с Олей снимем на неделе. Да, на неделе, но я хочу с тобой встретиться в ресторане. Скорее всего, да, и... Нет, нет, человек и искренность. Ты же искренний человек? Не очень, но ничего. Мы тебя раскрутим на искренность. Шутка. Смотря с кем, да? Правильно. С американцами не очень. Не очень? А почему? Чем они... Потому что с волками жить получилось. Вот это говорит человек, который знает Америку не просто как мы, только приехавшие, да, иммигранты, а человек, который прослужил 4 года, хочется сказать, в советской армии. В американской армии 4 года. Вот. Ну окей, гайз, с интервью с Олей будет из ресторана, где мы поговорим искренне, если она позволит. Ну что, друзья, подошел сегодняшний субботний день к концу. Это был прекрасный день, прекрасные встречи. И огромное всем спасибо, все, кто пришли сегодня на пляж La Jolla. Мы очень ценим, действительно искренне ценим каждого человека, который не просто приходит, чтобы что-то взять, покататься, а именно общение, теплота и восприятие человека таким, какой он есть. Искренность и то, что нас всегда отличало от животного мира, это человеческая душа и любовь. Мы вас очень-очень любим и ждем вас в следующую субботу на пляж. Приходите. Очень-очень было сегодняшним днем, было приятно познакомиться с таким количеством людей. И самое главное, что мы теперь с вами не потеряемся. Мы всех вас записали. И на созвоне, как у нас говорят, на созвоне. Пока-пока. Shadows holding on.